Всем доброе утро. Тема нашей сегодняшней встречи – это мы боимся любить или мы боимся вступать в отношения? Почему? То есть вроде бы мы этого хотим, но тем не менее этого не происходит. А причиной тому – наш страх. Наш внутренний страх, возможно, наложен каким-то опытом. В первую очередь бывает так, что это какие-то негативные установки. Установки получены нами в детстве. Возможно, даже нам этого не говорили, но мы это видели. То есть называется интроект. Интроект – это то, что мы переносим в какую-то ситуацию, возникшую, да, которую мы видели когда-то в детстве, либо в юности, на свой опыт. То есть нам кажется, что это же произойдет и с нами. Но по сути не стоит этого бояться и не стоит сделать из этого что-то такое. То есть это не ваш опыт. Если это ваш даже опыт, то есть, да, возможно, какая-то прошлая, то есть прожитый опыт откладывает отпечаток на настоящем. В чем причина? Естественно, да, вы боитесь, но, по сути, сейчас вы уже не тот, которым были раньше. И не факт, что вам встретится такой же человек, с которым вы общались раньше, у вас был какой-то травмирующий опыт. Ведь сейчас вы можете выстраивать отношения так, как вам удобно. Потому что, да, у вас есть опыт на то, что как-то что-то не так пошло, да, в отношениях. Теперь вы боитесь довериться этому человеку. Но существует одно большое но, что сейчас вы режиссер и вы вправе выбирать то, что будет происходить в вашей жизни. У вас уже есть опыт общения с человеком, и вы можете уже не спотыкаться на те же грабли, да? То есть выстраивать, не допускать каких-то ситуаций в вашей жизни, которые возникали раньше. Третье, то, что важно помнить, это то, что нам мешает выстраивание отношений, это какие-то навязанные социумом предрассудки, стереотипы, что нам подходит определенный человек, а не какой-то другой, либо что так не должно быть в жизни, все должно быть по-другому. И когда мы вот в это вот все вникаем, нам кажется, что все не так, все не то, и тогда мы боимся и не переступаем ту черту для выстраивания отношений, которая перед нами возникает. Но по сути, если вы действительно этого хотите, и вам человек нравится, то почему вы должны соответствовать каким-то социальным нормам и меркам? То есть в данном случае я рекомендую вам именно слушать себя, слушать свое сердце, и тогда вы правильно сделаете выбор. Также, возможно, в том, что вам мешает выстроить какие-то гармоничные отношения, является недостаток времени. Это немаловажная черта для нашего современного общества. Но если вы будете так и проживать вашу жизнь в таком ритме, да, бешеном, как, ну, мягко выражая, как белка в колесе, да, не смотря по сторонам, не глядя на тех людей, которые вокруг вас, естественно, вам будет сложно выстроить отношения, потому что вы даже не пытаетесь этого делать. Возможно, да, в глубине всего причиной является страх. Страх, что что-то не получится, страх, что что-то не выйдет. Но не попробовав этого, у вас не будет на это опыта, и вы не сможете выбирать. Поэтому последняя рекомендация – пробуйте, решайтесь, и вы обязательно достигнете того, что вы хотите, о чем вы мечтаете. Совладайте со своим страхом, предпринимайте какие-то решения к свершению ваших целей, и вы обязательно их достигнете. Любите и будьте любимы.